За 2018 год в Азербайджане было зарегистрировано посещение более 2 845 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Об этом заявил глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года. По его словам, за отчетный период в ходе визита в страну 41 тысячи человек было дано разрешение на временное, а 3220 на постоянное проживание. Кроме того, 6162 человека получили разрешение на трудовую деятельность. За указанный период наблюдается снижение на 30% числа иностранцев и лиц без гражданства, получивших данное разрешение. Мы предоставили все цифры в сравнении с 2017 годом. Так наблюдается рост числа прибывших в страну иностранцев и лиц без гражданства на 6%. Если в 2017 году их число составило 2 692 тысячи человек, то в 2018 году 2 845 697 человек. Наблюдается рост на 5% числа получивших разрешение на постоянное проживание. Эти разрешения выдаются сроком на 5 лет. В прошлом году в Государственной миграционной службе было принято решение в связи с нарушением требований миграционного законодательства в отношении 19 210 человек. В сравнении с 2017 годом наблюдается снижение данного показателя на 11%. За отчетный период в Азербайджане также зафиксирован значительный рост числа получивших статус беженцев. В настоящее время в Азербайджане в этом статусе проживает 78 человек, и большинство из них являются гражданами Ирана. Ölkəmizə qaçqın statusu almaq üçün pənah gətirən şəxslərin sayında da рост числа лиц, прибывших в страну и желающих получить статус беженца, составляет 3%. Это говорит о том, что среди таких лиц растет интерес к Азербайджану как развивающейся и обладающей общественно-политической стабильностью в стране. Естественно, в отношении этих лиц решение принимает Государственная миграционная служба. Число получивших статус беженцев возросло на 16%. В 2018 году 291 человек получил гражданство Азербайджана, а число утративших гражданство составило 487. Число лиц без гражданства составило 3165 человек. Медина Гурбанова, Наиля Гасанова, Рауф Гусейнов, CBC.